По всему Пушкинскому проходят массовые городские субботники. Внимание уделяют в частности уборке дворов и парковых территорий. Личное участие принимает глава городского округа Максим Красноцветов. Сегодня, конечно, это пробный заход. Мы наводим порядок, общие такие мазки. Мы будем привлекать как можно больше предприятий, техники, людей для того, чтобы навести порядок в нашем городском округе. Также призываю всех людей выйти в субботу с семьей, провести время, внести общий вклад в наше общее непростое дело. Сегодня первый субботник, 6 апреля на дворе. Наши все подведомственные учреждения, муниципальные казенные учреждения, бюджетные, управляющие компании, частные управляющие компании, дорожники, все сегодня вышли на свои территории, определили ряд локаций, на которых мы сегодня проводим, так скажем, комплексную работу, и приступили к выполнению данных задач. В парках, например, сотрудники городского хозяйства уделяют внимание уборке мусора и оставшегося снега, красят лавочки и урны. Глава не только принимает участие в этих процессах, но и проверяет состояние мест общего пользования, а также работоспособность спецтехники. В первом субботнике участвуют около 250 человек и 55 единиц различной спецтехники, которая работает по всей территории городского округа. В субботник заключается вот у нас прогребание, это листвы прошлогодней, уборка мелкого крупного мусора и, соответственно, подготовка земли для последующей посадки зеленых насаждений. Очень приятно, когда жители совместно с управляющей компанией наводят порядок. Это говорит о том, что они неравнодушны к своей придомовой территории и, как говорится, лишний раз уже потом не кинут мусор на ту территорию, где они провели собственными руками уборку. Жители у нас молодцы, коллектив у нас дружный, сплотились все. Техника есть дорожная, техника есть, которая убирается, работает во дворах. В любом случае, мы готовы. Мы были готовы зимой, работали в зимний период, убирали снег. И сейчас мы готовы к тому, чтобы навести порядок на всех территориях. Опять же, еще раз скажу, в местах массового скопления людей и, соответственно, во дворах, в парках, везде, где есть такая необходимость. Начали уже проводить генеральные уборки подъездов в соответствии с нашим графиком. Работы разнообразные, начиная с смета, с мытья проездов и заканчивая покраской, опиловкой. Все эти работы проводятся комплексно. Аварийные деревья удаляются. Хорошие, здоровые деревья кронируются при необходимости. Работы идут, так скажем, совместными усилиями, комплексные. Сразу стараемся ввозить день в день весь мусор, чтобы текущий не складировать ни в коем случае, никакого дискомфорта людям не доставлять. Месячник благоустройства стартовал по всему Подмосковью. Территорию после зимы будут очищать в Пушкинском до конца апреля. Иван Чинаев, Сергей Денисов, Владимир Парфенов, Анна Белова. Новости Большого округа.